Рэпер Lil Wayne выпустил альбом «Панагея», когда еще был в составе музыкантов лейбла Тимати Black Star. После этого он заявил, что уходит из компании. Однако у Тимати не все так просто. Очень часто при расторжении контракта артисты не могут пользоваться своим псевдонимом и пытаются судиться с фирмой Тимати. Lil Wayne, чье настоящее имя Левон Горозия, отправился в суд, чтобы отстоять право на песни и имя. 5 июля он подал иск, ответчиком выступают Павел Курьянов, генеральный директор Black Star и Тимати. Рэпер предупреждал, что будет бороться за свои права. Левон сообщил подписчиками около недели назад, он уже обратился к юристам. «Я не сижу, сложа руки. Помимо подготовки следующего шага в нашем споре с компанией, я со своей командой закладываю фундамент нового офиса и начинаю запись нового материала. Так получилось, что все свои альбомы, я, в том числе, написал и для себя тоже. Сдаться и сидеть ждать у моря погоды, не в моих правилах. Второй, я меньше всего хотел, чтобы все превратилось в балаган. Поэтому на данном этапе, не даю комментариев. Свои вопросы можете адресовать команде юристов, которые будут представлять мои интересы в суде», отметил Lil Wayne. Заявление уже было подано в Мещанский районный суд. Ранее Тимати пробовал унизить бывшего сотрудника лейбла и публично комментировал желание рэпера идти в суд. Их компания уже тогда была готова разбираться с Левоном с привлечением юристов. «Кто тебе хочет закрыть рот, уточни, пожалуйста, какой секретной информацией ты обладаешь, не смеши. Подписывая контракт, ты же читал пункт про то, что весь контент, произведенный за эти годы, это собственность компании. Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет. Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И еще, у тебя никто ничего не забрал, это априори не твое, Лева, ты просто этого так и не понял», отметил тогда Юнусов. Lil Wayne и его супруга фото, Instagram. Lil Wayne пытается отсудить имя, ведь его знают под псевдонимом во многих городах России и ближнего зарубежья. К тому же, 31-летнему рэперу надо много работать, ведь у него растут двое детей. Младший ребенок родился у Левона и его супруги Анны в апреле этого года. Жена музыканта посвящает все свое время заботе о малышах. Старший наследник Левона Михаил появился на свет в 2013 году. Фото ВКонтакте www.mosgorsadru. Instagram Class Post 661 899 подписчиков.